что ты, мать твою, делаешь? Он поймал крысу и зачем-то тащит ее к на... Чем дальше в этой игре, тем хуже. Ну что ж, дамы и господа, я знаю, что это будет странно, хотя... Хотя нет, знаете что? Я не буду оправдываться. Это вы собрали под прошлым роликом просто вагон лайков. Значит, вы этого хотите. Да, сегодня мы с вами возьмем, вот-вот прям возьмем и продолжим деградировать в мобильных историях. А точнее, в самом кринжовом их представителе. Да, вы знаете, о чем речь, и да, вы можете уже начать разгружать второй вагон лайков под этим видео. И остановились мы с вами в Ля Париже. И нам нужно достать, так сказать, ожерелье для нашей Ля Миамор. И мы можем сделать это с помощью мусорки или можем просто ограбить магазин. И по его лицу видно, что он-то настоящий, мать его, профессиональный грабитель. Грабитель мусорных толканов, я не знаю. Но давайте посмотрим, сможет ли он ограбить магазин. Вдруг у этого дебила получится. Боже мой, надеюсь, здесь есть какой-нибудь Человек-паук и... Ну, дебил он, в принципе, и в Африке. Дебил, я как бы даже не сильно-то и надеялся, что у него может получиться. У него получаются действия только с говном, мусором, вот, обсиранием каким-нибудь. Ладно, используй мусорку. Как ты ее используешь? Удиви меня. Он засунул руку в мусорку, взял шляпу, в шляпе была крыса, ну очевидно же, это же Франция, и... А, он решил деньги собрать на улице, то есть вот этому дебилу соберу деньги, и почему ты не провалился, а? Почему ты сейчас-то не провалился? Во второй мусорке что он нашел? Идея у него возникла. Какая у тебя возникла идея? Почему ты мне не показал, какая идея у тебя возникла? Он может надеть костюм курицы или исполнять музыку. Ну, слушайте. Ля Париж это ля музыкальный город, поэтому давайте-ка он немного поисполняет свои шедевральные произведения, если у него башка не лопнет. Она, конечно же, лопнет. Ну, боже мой. Я буду проходить этот уровень вечность! Ну, а пока я буду его проходить, вы можете как раз-таки взять, поставить лайкосик и подписаться на канал. Я надеюсь, что после этого на канале будет больше адекватных видео. Ладно, ля дебил, надевай костюм ля курицы и забирай у людей ля деньги, да? Сработает? А ему и идет, слушайте, он как будто прямо родился в этом костюме. Точно, он же знает танцы из Фортнайта. Нет, мим, прости, ты в прошлом. Яйца? Не, слушайте, яйца это мемно, а ну-ка. Он закидает мимо яйцами. Нет! Что? What the fuck? Даже мим в шоке, он первый раз такое дерьмо видит. И что произойдет? Ни хрена себе, он крутой. Так, я могу кинуть в него ля круассаном или же поджечь его лестницу. Ну слушайте, давайте попробуем поджечь лестницу, он же тот еще вандал. Так, взял зажигалку. И... Неужели это сработает? Серьезно? А если бы мы взяли круассан? Какая же деградация, боже мой. Блин, верните меня, пожалуйста, к этой прошмандовке. И, ой, да нет, спасибо, не хочу я ваши костюмы. Я не люблю играть за этого дебила. Вот реально, за него тяжело играть. А что? Она встречается теперь с мимом. Ну вот реально, прошмандовка с большой буквы П. Как же ему туда забраться? Явно не с помощью батута, он себе там шею свернет. Давай с помощью вантуза. Потому что вантуз относится к туалету, а у него с туалетом хорошие отношения. И с голубями у него тоже просто потрясающие отношения. Ни в коем случае не стоит ступать на эту деревяшку, потому что она надломлена, я вижу, а? Этот голубь паскудный хочет меня подставить. Давайте-ка мы возьмем ля багет из ля жопы, ни хрена себе. Что у него в жопе? Делал багет. Ну вот почему все так? Ну почему? Меня только одно радует во всей этой ситуации. Раз у него в жопе есть багет, кто-то ему в жопу этот багет запихнул. А, серьезно? Ай! Так эта досточка не сломается, очевидно же. Так, мы можем нарядиться в официанта, и он, возможно, упадет вниз, или же мы можем взять кактус. Блин, вот это реально сложный выбор. Вот что бы выбрали вы, напишите-ка в комменты, ну а я выберу костюм официанта и понадеюсь, что это сработает. Пожалуйста! Так, не падай вниз, не падай вниз. Yes, он улетел наверх, уровень пройден. Мне не придется пересматривать все это дерьмо. Так, ля мимс, ля мадемуазель сидит, отдыхает. Наш паренек, конечно же, в шоке от таких обстоятельств. И мы можем лопнуть его шарик, что не очень хорошая идея. Или же можем накрыть им на стол. Давайте накроем им на стол.
А, ну конечно же. Он же дебил, он не будет накрывать на стол. Он шарахнется своим безмозглым черепом об стол. Ладно, в таком случае пользуйся опять своим вандализмом. Лопни этот грёбаный шарик. Ни хрена себе у него булавка. Ага, а ее это рассмешило, она такая, ты неплох, парень, дай-ка мне меню, что есть у тебя тут бургеры французские, а нет, они хотят бокальчик, ха-ха-ха-ха. Мы можем его встряхнуть или же открыть шампанское. Окей, откроем ла шампанье, прямо ему в лицо, он отрубился, она сейчас должна повернуться и такая, оу, какой ты сильный, замечательный. А, она хочет французских улиток. Она же терпеть не может экзотическую кухню. Она сейчас должна блевануть. А, нет, она просто подавилась. Ладно. У нее тоже ума палата. Мы можем опять же достать багет из жопы или подарить ей ожерелье. Блин, но зачем-то же мы брали ожерелье. Давайте попробуем подарить ей ожерелье. Блин, пожалуйста, пусть это сработает. Что ты, мать твою, делаешь? Какого черта сейчас произошло? Так людям не помогают. Она ему подарила билет на круиз. То есть в следующем уровне мы отправимся в круиз. И слава богу, в круиз мы отправимся благодаря ее заднице. А то я уже устал от этой инфузории. И вот он наш круиз. Возможно, мы плывем на Титанике, я не знаю. По крайней мере, там вроде была картинка круиза. Она пришла подстричься перед тем, как плыть. О, что же мы будем делать? Красить ее или стричь? Ну, стричь, очевидно. Я ведь угадал, не правда ли? Что ты делаешь? Чел, не надо. What the fuck? Какой кошмар, я согласен, не надо было этим заниматься. То есть он просто возьмет валик и покрасит ей лицо, прям заштукатурит? Я думал, что когда люди говорят, мол, ой, у нее на лице столько штукатурки, но не в буквальном же смысле, но нет. У нее прям в буквальном смысле на лице целая тонна, мать его, штукатурки. Она перекрасилась, что? Вот это поворот, ноги мне в рот, охренеть. И что же дальше произойдет? Мне прям интересно. Она все еще во Франции. Так, какое же ей бра надеть? С автоматами или с ягодками? Блин, с ягодками плохая идея. Давайте-ка лучше с вот этими вот, ну, наверное, автоматами. Я не знаю, что это такое. Нет, они взрываются. Сколько я еще буду сливать в этой игре? Мне нужно мозг не то что выключить, мне нужно его из уха достать и засунуть себе в жопу, как тот чувак засунул багет. И, возможно, тогда я смогу пройти эту игру. Потому что пока что я не уверен, что я смогу это сделать. Так, новый костюмчик ей по вкусу. О боже, опять кринж был. И что будет в последней части уровня? Вот будет самая сложная часть, 100%, ничего легкого не будет. Нужно выбрать ей сумочку с эфилевой башней или с хрен пойми чем. Блин, ну вот как здесь догадаться? По идее, нужно брать с эфилевой башней, ну потому что это символ Парижа. Но вот из-за того, что я использую логику, я опять просрусь. Ну, давайте возьмем с эфилевой башни и... Сработало? Это сработало? Серьезно? Да! Фу! А если бы она взяла вторую сумочку, или это даже не сумочка, это, как оказалось, бутылка, она бы, наверное, нажралась, как последняя скотина. Окей, следующий уровень, нифига себе, мы на показе мод, видимо, мы что-то представляем. И, конечно же, там крысы с охранниками дерутся, но как без этого, мы же все-таки во Франции, о боже мой, в той самой стране, где когда-то... Приготовили рататуй. Как же мы будем от него избавляться? С помощью первого или второго способа? Ну, давайте с помощью дихлофоса, может быть, сработает. Так, что она прям возьмет и пшикнет прям вот так вот? Сработало? Да ладно! Я вот не хотел использовать этот вариант. Серьезно, нужно реально отключать мозг. Мы во всех газетах, мы звезда! Охренеть не встать. И вот он тот самый корабль, на котором мы поплывем. Но перед этим он поймал крысу и зачем-то тащит ее к на... Рот в говне получается, точнее вся голова, но да ладно. Перец или вантус? Вантус обычно работает, но давайте попробуем перец. Она сейчас сожрет перец и... Ой, не хочу я это видеть, но, видимо, придется. Вы лучше глаза закройте. Так. Ой, не хочу я этого видеть. Ой, не хочу. Это сработало, очевидно, потому что я пользовался не логикой. Точнее, я пользовался жопной логикой. Мы опять во всех газетах. К счастью, никто не сфотографировал, как...
вы поняли, что произошло. И наконец-таки мы приблизились к кораблю. Сейчас вот ошибка будет стоить очень дорого. Она хочется жрать наш кексик. Это ж получается черный прямоугольник. Ладно, мы можем использовать бутылку или якорь. Но смотрите, если я не использую якорь, корабль, наверное, плывет без нас. А если я использую бутылку, явно ничего хорошего не произойдет. Используем якорь. И, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Она с помощью якоря потопила корабль. Ну, конечно, увидимся через 8 часов, когда я все эти сцены заново пройду. Я уже, в принципе, успел поспать, пока все эти сцены проходили. Ладно, используем бутылку. О, дворецкий, привет. Что же произойдет? Ох, ни хрена себе, какое умное решение. Фух, слава богу, черные прямоугольники ушли из экрана, и мы можем продолжить. Что ты с ней сделаешь? Вау, просто вау. Это не игра, это шедевр, это просто шедевр. Слава богу, мы дошли до следующей главы. И нет, нет, не слава богу, опять ты, боже. Ну вот чем ты будешь заниматься на корабле? Он ведь либо потопит корабль, либо потопит себя, либо потопит ее. Но, слава богу, нашел этот корабль, и очевидно, он у мусорки. Как же без мусорки? О, там ее портрет, конечно же. И чем же он воспользуется? Очевидно, да нет, я хотел взять мусорку, я не туда нажал. Боже ты мой, стоп. Это сработало. Я мискликнул, и мне повезло. Не, ну, конечно же, на корабле, помимо ее портрета, должна быть ее золотая статуя. Она же целая примадонна, мать его. И он с одной стороны пытался к статуе подойти, и с другой стороны попытался пристроиться, но не получилось. Явно не стоит выбирать жопные варианты. Выбираем второй вариант, и... Ой, мне страшно представить, что произойдет. Ну, конечно же, произошла жопа какая-то. И что, это сработало? А что было бы, если бы я жопу выбрал? Хотя я не хочу знать, даже не пишите, даже предположения не высказывайте. Я не хочу знать. Так, золотой билет или мы шеф-повар? Ну, золотой билет, очевидно, она нам дала. Нет, золотой билет не подходит, только официантов пускаем. Да твою там мать, все перепроходить. У меня золотой билет, давай вынюхай его, слышь? Ты, мудила лысая, с ней делать так дело. Нет, серьезно, лысый, сходи пописай, мне нужно на корабль. Иначе мне придется опять все это перепроходить. Просто шапку повара надел, и можешь попасть на корабль. Как все просто в этой игре. Чем же этот одноклеточный будет заниматься на корабле? А, он будет готовить. Да неужели? Прямо с крысой. Ну, конечно же, как без отсылок на Рататуя? Используем первый вариант, это все-таки отсылочка на Рататуя. А, серьезно? Я думал, он в свою шляпу поместит его, но нет. Так, лук. Что такое лук? Воспользоваться полотенцем или прищепкой? Очевидно, что нужно воспользоваться прищепкой, иначе он начнет рыдать. Ай, он больно себе прищемил и решил порезать лук самостоятельно. А почему этим не займется мышонок, например? Так, лук мы порезали, остался только перец. Ой, сейчас будет сложный выбор. Перец или нож? Вот если ты выбираешь нож, ты пользуешься не жопой, а головой. Это плохо. И пользуемся жопой, берем перец, кладем его прям так, его не нужно резать. И, матерь божья, это сработало? Это сработало? Нет, это не сработало. Классно, потрясающе. Нет! Ну вот если я возьму нож, он же себе культяпку отрежет. А, только кусочек перчика нужно было добавить. Он такой, класс, замечательно, прям как мама в детстве готовила. А взаимоотношения этой дамочки и этого дегроида вообще как-то развиваться будут в этой игре или нет? Они в конце будут вместе? Так, костюм цыпленка? Нет. В этот раз давай костюм тортика. Почему бы и нет? В костюме цыпленка ты уже побывал. Сработает. Он теперь кексик. Это кексик. Вот оно что. Yes, я кексик! Уху! И чем ты собираешься заниматься в этом потрясающем костюме? А, он будет, так сказать, на подпевках у нее. Будет флексить рядышком. Еще мне нравится, что музыку они французскую оставили под этот невероятный флекс. Вот вы только послушайте, как это все абсурдно выглядит. Тут же явно должна быть иная музыка, какая-нибудь вот такая вот. А, вот, смотрите, сразу другое дело. Но мы возвращаем обратно эту музыку и, очевидно, выбираем второй вариант. И это сработало. Нет, это не сработало, она ему решила нос поломать за то, что он ее потрогал. Мне сейчас придется вот весь этот флекс заново смотреть, представляете? А ведь многим из вас даже лень лайк поставить, это одна секунда, у меня уйдет сейчас...
один световой год на просмотр всего этого. Ладно, в этот раз используем первый вариант, и что ж произойдет? А, он просто ее отпихнет. Так он и так ее просто отпихнул. Ну за что вы меня мучаете? Так, каким у нас будет третий выбор? А, я же говорил, этот придурок потопит корабль. Я же говорил! Так, что дальше произойдет? Она, конечно же, улетает на вертолете с этим говномимом. Зачем он держится за корабль? Он хочет ее тоже потопить. Мы можем с ним подраться или воспользоваться звездой. Драться этот придурок явно не умеет. Давайте воспользуемся морской звездой. Это вот супер-мега неочевидно, а значит сработает. Сработает ведь, не правда ли? Он такой, ха, он утонул! Боже ты мой. Лучше бы они подрались. Конечно же, он летел прямо с ней. Он был звездой этого дня. В воздухе он успел переодеться, вы не переживайте. И вот он летит вниз. Она, видимо, решила его сбросить, она не выдержала. И он приземлился где-то в Японии. Серьезно, блин? В какой нахрен Японии? Как они вообще добрались до Японии? О, здесь еще и шаолинские монахи. Ну как же без них? Так, нунчаками явно пользоваться не надо. Давай-ка ты возьмешь веер. Он как раз тебе подходит под цвет твоего костюма. И что, это сработает? А, он такой типа, я гейша, не надо меня бить, я просто пройду мимо. Так, он прошел мимо прямиком к рыбке. Ему нужно сходить в туалет. И нет, нет, явно же не в аквариум. Блин, в кустах ведь будет плохо. Не просто так там эта рыба. Ладно, давайте воспользуемся кустами. Я не доверяю рыбе. И рыбе это не по нраву. Рыба откинулась от всего этого. Это сработало? А если бы мы зашли в воду, ой, ему бы не повезло. Он бы, скорее всего, остался без детей. И это, видимо, не Япония, это Китай. Потому что в Китае вроде вот такие вот мартышки водятся. Так, меч или гитара? Не, это отсылка на Fruit Ninja. Наверное, нужен меч. Хоть где-то ты должен побыть самураем. Давай, вперед! Оба, 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 во Fruit Ninja 1000 очков набрал. Оба, 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 оба. Че там, мартышка, думал, меня победишь? Я настоящий самурай. Все, уровень пройден. Немного японского флекса не помешает. И как же в Японии без аниме? Так, что ж произойдет? Она решила с ним сфотографироваться. Он такой, не надо, пожалуйста. О, кондиционер. Что же ты с ним сделаешь? Засунешь ей вентилятор в одно место? А, о-о-о. Какой ты мерзкий, а? Какой ты мерзкий мудачело. Дальше он видит, судя по всему, ее клона, которая раздает листовки. Мы можем взять листовку или спрятаться в мусорку. Давай ты сразу спрячешься в мусорку. Нет, не кидай листовку в мусорку при ней. Это плохо. Ну вот какой ты дебил, это сработало. Боже. Чем дальше в этой игре, тем хуже. Да, определенно. Чем дальше, тем хуже. Так, ну труселями мы уже пользовались, а бутылка здесь не просто так прыгает. Пользуемся бутылкой. Наверное, ее закоротит, если мы обольем ее этой зеленой жидкостью. Если я сейчас без единой ошибки пройду этот уровень, это будет чудо. И ее не закоротило. Я ошибся. И эта ошибка будет стоить мне очень дорого. Из-за этой досадной ошибки мне придется нажимать, во-первых, на труселя. Что ты с ними сделаешь? Ну-ка. Фантастика, это его любимое оружие. Они, наверное, еще и в говне. И, о, я вот теперь хочу посмотреть, как начнется следующий уровень. Вы меня решили удивить. О, и если вы хотите увидеть противостояние нашей прошмандовки и мартышки с говном, кстати говоря, вы знаете, что нужно делать. Вот вы меня реально шокируете, если вы опять соберете вагон лайков под этим видео. Вот попробуйте меня шокировать. Также обязательно не забывайте подписываться и не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.